Это Вова, я тут договорилась, и, короче, ты можешь просто подойти к главнокомандующему, где там, кто у тебя есть, и сказать, что ты больше не будешь туда заходить, и приедешь домой, отсюда уволишься, и тебе ничего не будет. С кем ты договорилась? С Патрушова. Что он сказал? Он сказал, что ты можешь подойти к главнокомандующему, сказать, что ты ловишь оружие и не идешь дальше. Вова, это самое, там много уже смертей, у нас уже Бурлова убили. Все уже его везут сюда, Бурлова убили. Нас будут на днях выводить уже отсюда. Не будут выводить, вы сейчас будете обратно туда заходить, через Киев, Ростов. Кто тебе, он сказал? Не он сказал, все говорят. Он сам еще ничего не знает. Но это ничего не прекратится, отсюда еще вывозят технику, везут еще народ туда. Кто погибший, заменяет вот этими остатками. Ну, тебе ага. Ничего не будет, я все договорилась, все, что ты отказываешься, сюда домой едешь, сюда приезжаешь в комиссию, два дня проходишь, увольняешься, все без права восстановления в обратную. Да нормально все, у меня не так, как у них. Да Вова, ну нет, ну что, вот у Юли тоже все нормально было, вчера прибежали, что мужа убили. У Кристины здесь у нас тоже мужа убили. Тут соседа тоже убили, уже народу много.